Европе сочувствуют беженцам, но видеть их у себя не хотят. Словения заявила, она не будет принимать неограниченное количество переселенцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Всего за сутки границу небольшой страны пересекли почти 3000 человек. Это рекорд для Любляны. Власти пошли на крайние меры и отменили железнодорожное сообщение с соседней Хорватии. Именно оттуда идет основной поток нелегалов. Для охраны границы направили дополнительные силы полиции и армейские подразделения. До этого границу с Хорватией для беженцев закрыла Венгрия.